Друзья, мы на прекрасном водоеме. На этом водоеме, друзья, я впервые, первые сутки я рассказал, прикормка, насадка, на что мы ловили, чем кормились. На вторые сутки немножко изменим мы тактику. Сейчас я буду рассказывать. Но хочу сказать, что мы продолжаем. Одна точка у нас мясная, вторая точка зерновые. Мы сравниваем, на что будет у нас лучше, у нас какие происходят, на что у нас, друзья, какая точка будет лучше работать. Ну что, друзья, мы на канале Рыбалим с удовольствием. Мы начинаем. Поехали. Приятного просмотра. Так, ребята, сейчас обачим амурчик, да, гуляет. Все, кто и Вовы, пришли хоть снять одну поклевочку. Остался лобичи с носки, чтобы не зебрал, главное. Сейчас поснимаем хоть берег, именно в берег, одну поклевку снимем, что он тут? Ну, так на 4, я предполагаю. Ну, иде в берег дуже-дуже добре, хват. Давай. Иде в берег, ну, просто сейчас поможем сам. Подхватом. Ну, приплыв сам, да? И свеча сейчас будет. Главное, чтобы поднимаешь. Амур, думаешь, да? Ну да. Провыск. Я пока не вижу. Словность. Пока не вижу рыбы. Что там за рыба? Ну, вылочки. Не, карп, зеркалка. Сейчас посмотрим. О! Вот это профессионально. Так, карпуха есть. А поклевка на что, на баунти был? Да, баунти. Ну такой двушка. Двушка. Ну все нормально, друзья. Пошел я к себе в сектор, потому что. Вернее, пошел себе. Мы не в секторе, это у нас Вовин домик. Такой у него здесь палатка. Зонтик. Двушку поймал. Больше сюда не придем. Одну поклевочку Вовину заснял. Вова, привет тебе, наших ребят. Напишите в комментариях, что вы смотрите Дом рыбака Вовы или нет. Кто подписчик на Дом рыбака Вовы и смотрит этот канал? Напишите в комментариях, чтобы я знал конкурентов, сколько у нас на канале. Так, сейчас расскажу по насадкам, друзья. Сейчас я уже делаю насадки, все переделаю и закидываемся на новые насадочки. Все 4 удочки ставим. Тигровый орех, кислая груша. Такие поставил насадки. Постарался максимально крупные поставить. Потому что в первые сутки получили поклевку тигровый орех. Простояло у нас. Попробовал разные бойлы, что-то новенькое. Ничего, пока без поклевок нету. Будем ловить на свои старые. Тем более водоем новый, друзья. Не хочу. Провел первые сутки какие-то эксперименты. И всего лишь получил именно. Одна удочка стояла с тигровым орехом. Получил на нее поклевку. Я знаю, что эта насадка работает не только у нас по мелкой рыбе. Здесь и крупная может взять. Поэтому ставим... Ставим тигровый орех с сисимурской кислой грушей. Все 4 насадки у нас вот такие, друзья. И хочу только единственное сказать, что вот эти, мы продолжаем, вот эти 2 удочки, друзья, будем кормиться пелесом. Здесь, что я говорил в первой части, что пелес, на пелес мы потратили $15. Так, есть, вот это $15, друзья, мы кормимся пелесом. А вот эти 2 удочки мы кормимся зерновыми. Вот у нас зерновые. И здесь мы потратили всего лишь, друзья, $3. И покамись поклевки мы получаем покамись только на зерновые. То есть смысл как бы в пелесы покамись я не вижу. Именно на этом водоеме. Почему? Потому что здесь очень много такого мелкого карпа от килушки до трешки, амуры, потому что беспокоит. И скорее всего, вот эту пелес он быстро выедает. Если бы, возможно, были бойлы, бы кормились бойлами, немного было бы лучше. И мы на лодочке, друзья, теперь плаваем и завозимся под ту сторону, под Камыш, не довозя, я, наверное, не довозя метров 8-10, не довожу до Камыша. Напарник у меня так же само возит под Камыш, мы завозим ему тоже под Камыш, но только немножко ближе, ложим где-то метров 5. У меня 8-10, у напарника метров 5 от Камыша. Все мы получили неплохо, все уже друзья с рыбкой. И думаю, сейчас у нас рыбалочка будет на вторые сутки, уже с точки у нас раскормлены. И думаю, мы как сейчас попрем. Банда, взял прикормку, сейчас поеду лодкой, будем прикармливать место. Давно у нас такой рыбалочки не было. На лодке. Так, что тут? Залазим в лодку. И погнали. Опа. Ух ты, блин. Душку откинь.
все, поплыли, друзья. Сейчас завезу и закормим там точку чуть-чуть. Так, берем снасть. Берем снасть, так. Все, опускаем. Опускаем, все есть. Так, прикормку, друзья, надо прикормить. Так. Мышь чуть-чуть. О, все, закормили, отлично. Паровоз был такой. Слава Богу, у Олега есть поклевка. Есть контакт. Так, друзья, хочу сказать, что поклевка с точки именно зерновых пока. Первая поклевка вторых суток, друзья, у нас с точки зерновых. Тут уже где-то он зацепил на твою единичку. Сейчас я туда подойду. Нет, а? О, ну, кстати, троечка. Да, трояка. Думал, побольше. А тут понял, что ты не понимаешь, какая рыба, потому что это типа как дикий сазан. А дикий сазан на сопротивление, конечно, дает. Сопротивляется он. Ух, удочка загибает. Удочка гнется. Банда, удочка гнется. Ой, есть контакт. Есть контакт. Есть кабанчик. Ну, я хочу сказать, давай его, наверное, взвесим. Хотя, нет, трояка, не буду взвешивать, друзья. Думал, там четверка, нема четверки тут. Трояка. 2800, наверное. Да, да, 700. Здесь 2800. Даже до 3. Ну, поклевка на тигровой реке, кислая груша. Ну, засечка, смотри, прямо в нижнюю губу. Нижняя губа классическая. Тигровая реке, кислая груша, банда. На данный момент сам крупная рыба, яку ми бачили. Не, скарб, амур больше. А, амур больше. Да, амур больше, но... А это у нас карп самый большой пока. Вторых суток. Поставим пальцы вверх. Кому нравятся такие видосы, ставим лайкосик. Лайкосик, да? Сподобайка, кажуть, да? На українській. Це сподобайка. Супер видосиком, сподобайка і досить. Трояка, друзья, именно такая, дикий сазан. А ну подними, пожалуйста, этот. Ага, ох, дякую, уха. Супер, бомбезно. Ну что, берем нашего помощника. Кстати, благодаря Вове, спасибо за лодочку, Вов. Если бы не твоя лодка, я не знаю, кораблик поломанный. Сейчас берем лодку и завозимся. Так, ну что, банда, поклевка, тигрово-рек кислая груша, поклевка. И хочу сказать, что получаем мы именно на такую насадку уже вторую рыбку. Но что хочу сказать, что с точки мы получаем, пока где мы кормимся зерновыми. Где мы кормимся пелицем, мясным запахом, пока поклевку мы не получаем. Ну, естественно, возможно, теперь делается уже, пока делается вывод, что зачем переплачивать, кормить пелицем, если можно неплохо ловить и на зерновые. Так, у нас ночная поклевка. Сейчас время. Время 12 часов ровно. 12 часов. Сейчас
Посмотрим, что у нас там за рыбка. Хороший кабан. Фу, это пятерочка. Пятишка банда. Сейчас давай, наверное, взвесим его. Пятерка должна быть. Да, пятерка. 5400. 4900 где-то. Так, ладно, пошли досыпать. Прошло, друзья, от первой час. Час прошел времени. И опять хорошо точка начала работать именно на зерновые. Зерновые начала точка, друзья, стрелять. Поклевка за поклевочкой. Одну удочку мы уже не завозили, кораблика нету. Лодка не стали заплывать. Поэтому одна удочка у нас на берегу лежит. Сейчас. Сейчас дотянем, посмотрим, что у нас за кабанчик. Ну, возьмем свет. Этот возьми под хвост. Ай, под. И под хвост. Амур? Угу. Небольшенькие такие. Ну как небольшой, это двушки, наверное. Свалил. Не зашел сразу подхват. Есть. Да не сильно и маленький. Не сильно и маленький, да. Я думал, двушка, да. Это вот три штуки. Это. Тигровый орех и 4 силиконовых кукурузы. Ого, 4 силиконовых кукурузы? Да. Да, трояки. Да, силиконка с игровым орехом. Я еще такое не видел на садке, чтобы силиконка с игровым орехом была. Силиконка, тигровый орех. Так, ладно, все, друзья. Рыбку взяли, пошли спать. Хапай, хапай, хапай ее. Ху, поспали. До полпятого. Так, ну. Туман, конечно. Ух, вода парит, друзья. Вода парит. Да, блин. Блин, вот это, друзья, холодно. Вот это холодно. Вот это резко осень пришла. Ну да, ну 2,5. Тигр орех, а тут что было, не помнишь? Кислая груша. А, с кислой грушей, это сизимуровская, да? Не, Трофеевская. А, Трофеевская, ты понял. Красавец. 3 из 3. 3 удочки. И все 3 на берегу. А, блин. Классно. Да, банда, туман. Сейчас уже будет рассвет. Но на водоеме, конечно, холодно. Я не знаю, сколько сейчас градусов. Наверное, градусов 6. Потому что за рта. Парит. Резкий перепад такой температуры. Первые, конечно, как говорится, холода осенние. Они немножко... Ты еще к ним сильно не готов. Ладно, пошли досыпать. В теплую кроватку ложиться. Паровозик, паровозик. Да не, сюда давай его. Дай мне подхват.
Ты посвети. Не возьми его, посвети, чтобы... Ладно, так. Притяну его, ладно. Опять у нас чешуя. А ну. Ух. Вот тут они бойцы. Рыбки-бойцы, крэх, конечно. Ух. Красиво. Давай, иди сюда, бандит. С подхвата вышел. Фу, есть кабан. Вот это у нас с тобой ночка, да? Мы всю ночь. Сейчас время посмотрю. Банда, время у нас 5:35. То есть каждый час у нас поклевка. А ну подержи, пожалуйста, сейчас. Да, давай. Сейчас, его надо. Наверное, тоже взвешу, потому что тоже где-то пятерка. А ночка холодная. Веселая. Веселая ночка. Такой, ух, кабан. Он уже отцепленный. Он оцепился, да? Да, да, да. Он просто прошил. Ноль. Копия. Копия, друзья. Угу. Пятерка. 4900. А больше рыбы здесь нету, интересно? Крупнее. Я ждал крупничка, друзья. Специально не уходил. Стоял на тигровом орехе с кислой грушей. Хотел именно дождаться крупника. Ну, дождался вот такую пятерку. Ну, что делать? Ну, пятерка. Хорошо, пятерочка, классно. Так, ладно, пошли досыпать дальше. Может, опять разбудит еще что-нибудь. Так, ну что, друзья, у нас сейчас, смотрите, 5:41. Это полшестого получили поклевку. Хочу сказать, наконец-то получила первую поклевку именно с точки пелеца, где было. Был у нас там тигровый орех. И пелец у нас, друзья, рыбный. Рыбный пелец, там халибут. Ну, там всякая смесь была, перца, халибуда. Наконец-то поклевку именно получил. Я ждал, конечно, что-то покрупнее. Хотел и ждал именно на две удочки, друзья. Хотел такого от семерку что-то получить. Ну, получил пятерку, уже хорошо. Ничего страшного. Ну, пелец, конечно, сработал. Не знаю, как сработал пелец, но с точки получили пятерку. Ну, не семерка, не десятка. И здесь крупная рыба. Покамись, как говорится, водоем для меня новый, поэтому... Поэтому как-то так. Так, ладно, пошел еще полежу немножко и будем вставать, потому что вообще природа, туман. Первый, как говорится, друзья, у нас первые холода. Наверное, ночью было градусов 6, потому что холодно. Холодно было, капец. Сейчас немножко уже мы вставали в 4:30, у нас поклевка была. Опять тоже был карп пятерочный. И сейчас 6:30, и 4:30 было самое холодное. Сейчас немножко стало уже потеплее. Друзья, утро на рыбалке. Удочки стоят. Звук природы обалденный. Выплывают ежики из тумана. Утренний закорм. Все. Сейчас. Клюнет, не клюнет и домой. Конечно, там выехал туда, надо было взять камеру. Или хотя бы сделать фотоаппарат. Так, ну что, уважаемые рыболовы, вот наша рыбалочка, я скажу, клевая на таком прекрасном водоеме. Хочу сказать, что я на этот раз приехал сюда первый раз, еще не был. Немножко, знаете, когда вы на водоеме первый раз приезжаете, надо водоем немного понять, раскусить, на что клюет, как клюет, на что кормится. Есть над чем поработать. Хочу сказать, для первого раза мы неплохо отловили. Были, получили поклевок, не получили какую-то большую рыбку. Ну, пятерки у нас, друзья, были и амурчики, и карпики. Рыбка, как говорится, вся. Что еще хорошо, что меня удивило, что пока мисс карпик не клювал, мы закинули удочку на дальний заброс и ловили карася. И хочу сказать, что в этом водоеме карася очень много, и он такой, знаете, а 400 грамм, а 400 до килограмма вот такие караси у нас ловились. Ну что, друзья, а мы, как говорится, не прощаемся, мы вам говорим до свидания, до новых встреч на нашем канале, рыбалим, все правильно, друзья, рыбалим с удовольствием. Ну все,
Пока-пока, до новых встреч. Пока, друзья, пока-пока.